Рядом со мной золотой медалист нашей выставки. Очень интересно, за какой продукт. Здравствуйте, давайте представляться. Здравствуйте, меня зовут Тимур Шибзухов. Я представитель компании «Аквалидер», который занимается производством минеральной воды «Аруан». Я так понимаю, вода максимально вкусная, потому что золотую медаль просто так не дают. Мы очень надеемся, что не зря получили эту медаль, так как наша вода добывается из недр нашей родной земли. Она чистая, вкусная, полезная, бодрящая, как можно только не обозвать нашу воду. Рекомендуем всем попробовать, очень вкусная, полезная вода. Давайте расскажем территориально, где добывается вода. Наша вода добывается в Кабардино-Балкарии на глубине более 100 метров. Мы никак ее не дезинфицируем. Она просто как натуральная, чистая, как природа создала, она так у нас и в бутылке находится. Она изначально добывается уже чистой и вкусной. Да, да, соответственно, мы никаких добавок не делаем, никаких обработок не делаем. Она, как природа ее создала, со всеми полезными качествами, так она у нас и доходит до потребителей. Скажите, у вас золотая медаль, а вы уже представлены, вот, например, в московском регионе, уже могу я в магазине купить? Да, мы представлены в маленьких сетях, но в основном сейчас мы размещены в сети «Билла», где в Москве и в Московской области более 150 магазинов, и нас можно найти на полках этого магазина. В дальнейшем мы планируем разместиться в «Перекрестке», в «Икс-ритейле», в «Магните» и тогда в других крупных тоже сетевиках мы должны будем представлены в скором времени. Огромное количество воды представлено в магазинах, но теперь будет мне гораздо проще, потому что я теперь знаю, какая вода получила золотую медаль нашей выставки. Пожелаю вам удачи и надеюсь, до встречи в следующем году тоже с медалью. Спасибо вам, спасибо.